І, як стало відомо, 12-річний Андрій Положенцев, який загинув у ДТП під Броварами, з рубіжного. Чемпіонат Луганської області серед молоді в велопрогонах бездоріжжя. Цього року брав участь у чемпіонатах України з велоспорту. На Київщину приїхав 3 дні тому, розповіла новинам на Першому його мама Марина Положенцева. Вступив до Броварського вищого училища фізичної культури. Я не считаю, что это вина тренера. Я считаю, что это просто случай машина, вот, водитель. Больше я не знаю, кого обвинять можно. И себя обвиняем, то, что мы его заставили остаться, он хотел домой. Нам толком-то ничего не говорили. Мы все из новостей увидели, из интернета. Позвонили вечером, вчера, в начале 10 вечера, сказали, у нас ЧП, ваш сын погиб. И все. И больше никаких слов. Все искали уже сами. Искали правды. Все слышали 14-летний, до последнего не верили. Нашему-то 12.